Сержант, у вас 5 минут. Да, сэр. Это мое оружие. Без вопросов, я не отрицаю. Вы нашли его на месте преступления после убийства. В ФБР с ним проводились какие-либо манипуляции? Нет, исключено. Стреляли из него? Какой смысл? Пуля была деформирована нещадно, но экспертиза показала совпадение. Ясно. Пули мои. Пушка моя. Спецагент Мемфис, на ваш взгляд, я убил патриарха? Нет, не вы. Есть улики в мою пользу? Нет. Но вы мне верите? Да. Вы мне доверяете? Да. И жизнь доверите? Да. Хорошо. Вы что, спятили? Опустите оружие! Поставил на 550. Целиться надо чуть ниже. На таком расстоянии не важно. Важно другое, спятил я или нет. Можно нажимать весь день. У меня полно оружия. Перед отъездом из дома я всегда меняю байки. Только с микрометром заметишь, что оружие не стреляет. Та пуля была выпущена неделей раньше в банку с тушенкой. Я клялся защищать страну от врагов, внешних и внутренних. Не очень получилось. Но когда пыль рассеется, тебе не удастся уйти от наказания, ублюдок.